Вы смотрите обзор товара соединителя L образный угловой 25 мм на 1/2 дюйма наружная резьба. 02782. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. L-образный соединитель с наружной резьбой 25 мм на 1/2 дюйма, входящий в систему дождевания Гордына Sprinkler System, используется для подсоединения выдвижных дождевателей S80 ART 1569-26 и выдвижных турбодождевателей T100 и T200 ART 8201-29 и 8203-29 в углах участка. Благодаря запатентованной технологии простого соединения Quick and Easy, быстро и просто соединение, разъединение труб осуществляется без инструментов, простым поворотом резьбового фитинга на 140 градусов. Резьбовое соединение L-образного соединителя самогерметизируется, что обеспечивает безопасность работы и водонепроницаемость. Простая установка. Запатентованная технология быстрого подсоединения Quick and Easy обеспечивает быстрое подсоединение шлангов путем простого поворота резьбовых соединительных элементов на 140 градусов. Благодаря этому экономится энергии и время на подключение шлангов. Герметичность. Резьбовое соединение снабжено уплотнительными элементами, поэтому дополнительных уплотнительных элементов не требуется. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.